Всем привет, ребята! Я по ходу дела... Ага. Понятно. Я по ходу дела нашел игру, которая гораздо лучше Among Us. Игру, которая покорит весь мир. Супер Сус. Да. Among Us. Русский. Даже интересно, что тут нас ждет. Супер Сус. Это странно. Эту игру я увидел недавно в Play Market. Не-не-не-не-не. С помощью Facebook, с помощью Google. Да не, нафиг. Что? Выбор случайной роли. Ой, е бэби! Отлично. Так, а где я? Я Валдер. Окей, все роли в этом матче. Спасибо. Воу. Уничтожить весь космический экипаж. Блин, офигеть. Я пойду выполнять задание. Офигеть, это реально Among Us. Это комната наблюдения. Коснитесь кнопки отслеживания и проверьте количество игроков в каждой комнате. А-а-а, круто! Щитовая, вот туда мы и пойдем. Пойдем в щитовую. Ну-ка, а где щитовая? Устроить диверсию. Доложить, использовать так. А у меня есть карта? Вот карта. Щитовая. Я пошел. Ты дурак. Тщательно замаскируйтесь, введите членов экипажа в заблуждение и заставьте их выбросить друг друга за борт. За борт, а не за борт. Обалдеть, тут есть комментатор. Труп найден в... Кто? Киллер? Что? А я даже не знаю, я не хочу говорить в микрофон. Я не хочу. Скип, да, скип. Скип. Отлично. Выходы из вентиляции. Никто не был выбран. Пропущено. Блин, почему чат английский? Почему английский чат? Сингапур, Сингапур. Чего? Братаны? Братки у нас? У нас потери. Так, комната наблюдения. Я хочу туда. Блин, не могу. Жалко. Иди сюда, постой, дружище. Дружок. Опа. Электричество теню. Капец, я, конечно, электрик. Но зато хотя бы никто не узнает. Алсхэр. Доложил Джесси. Так. В электричестве. Непонятно, кто предатель. Я не видел никого. Я не понимаю, кто в этой игре хороший. Окей. Блин. Вот тут-то и ощущается серьезный языковой барьер. Блин. Это странно. Интересно, а если я буду говорить на русском, то переведется на английский? Я надеюсь, да. Никто не был выброшен.
Так, познакомимся поближе. Уолтер Персон 2. Неплохо. Хорошее у меня имечко. Безопасность. Так, я не хочу, Я хочу убывать. Я хочу убывать уже. А здесь вообще китайские роллифы какие-то. Так, я видел, тут кто-то ходит. Это, да? Вентиляция. Запрыгнув в вентиляцию, вы можете мгновенно попасть в другую комнату, сбежать с места преступления после убийства и сочинить алиби. Спасибо. А, фух, это был свой. Это свой, хорошо, хорошо, хорошо. Мы не подозрительны, мы медотек. Давай, я сканируюсь, ты меня чекай. Ты меня защищаешь, хотел сказать. Так, тихо. Чуть не спалился. Ёшкин. Осталось 5 заданий, мне нужно убить его срочно. Фух. КХУЛ, ты... Ты крутой. Сингапура. Идите, чтобы продолжить. МВП. Мой первый статус лучшего игрока. Вы лучший игрок матча. Ой, спасибо, спасибо. Нифига. Процесс выполнения заданий стал более опасным. Алтар Персон. Блин, реально круче, чем Among Us. Я могу посмотреть... На каждого игрока. Я лучший игрок. Почему? Я ничего не делал. Это Among Us, в котором я выиграл, ничего не делал. Проснитесь, чтобы начать матч. Обычный. Рандомные роли. Старт. Вау! Я никогда такого не видел. Это реально круто. И пока Among Us у меня не отвечает и выйдет погулять, я так понял, надолго. Никто не прижал на схватку. Классика, 2 предателя, рандомные роли, 3 фракции и 35 ролей. Давай. Старт. Я надеюсь, что получится. Бэйби, 35 ролей. А может, игроков? Предатель, предатель, пожалуйста, предатель, предатель. Да блин. Почему мне везет в первый раз в Among Us? Засланцы. Проникли. А, засланцы, их подослали. Так, нас... Нас большинство, предателя только 2. Им придется постараться. Разобрачите. Так, мне нужно еще... Приветствуем вас, член экипажа. В этом матче есть 2 засланца. Ой, засланцы. Ваше задание завершить все задания, вычислить засланцев и выгнать их путем всеобщего голосования. Даже задания одинаковые. Ой, здесь кого-то вырубили. Ходил. Обалдеть. Коснитесь кнопки «Сообщить» и поделитесь информацией со всеми остальными. Вместе вы вычислите засланца. Ой, засланец. Обсуждайте и анализируйте, чтобы выбросить засланцев за борт. Угу. Кто подозрительный? Не знаю, Честер. Не знаю, красный. В смысле? В прямом смысле. Вот она, великая китайская стена языкового барьера.
Почему красный? Почему? Вот почему красный? Вот я за тебя проголосую. Почему красный? Я думаю, коричневый хороший. Блин, бедный красный. А это не он. Дай угадаю. О, неплохо. Хорош, хорош. Извините, ребят, я ошибался. Сингапур. Да блин. Конец. Тест на доверие, знаете? Вот так вот. Я не предатель. Я мог убить, но не стал этого делать. Потому что я не предатель. Тут перенесены все задания. Блин. Мне трындец. Все с Сингапура. Суперсус. Да блин, не может быть такого. Да ёкарный. Смерть. Так, доложил оранжевый. Оранжевый, что ты скрываешь? Оранжевый, что ты скрываешь? Почему ты постоянно оказываешься на месте убийства? Да блин! Как мне говорить? У меня микрофон-то есть? Мы проиграем. Потому что грёбаный английский язык, я его ненавижу со второго класса. Как быстро соглашаются. Ну давай, окей. Понятно, спалились оба. Сорян, ребят. Извините. Я ничего не делаю, почему я русский? Блин. Это как... Это неправильно, я считаю. Я ни хрена не делаю. Второй статус лучшего игрока. Обалдеть. Почему? Или у каждого... Или каждый вышел победителем, и каждый видит вот такую вот картину. То, что постоянно лучший игрок. Блин, это было очень странно, но... Как бы то ни было, эта игра работает. Хранилище. Новый ролик. Купить новый ролик? Воу! Свистнули с Бравл Старса. Реально! Свистнули с Бравл Старса. Шериф может атаковать засланцев и нейтралов. Но шериф умрет, если ошибиться. Окей. Агент, заклинатель, видящий. Вау, тут столько ролей! Вау! Попробуйте получить новую роль. Выбор роли. Можно я выберу роль себе, а? Я хочу быть шерифом. Хочу убить предателя. Подготовить. Ну-ка. Оранжевый, да блин. Ладно, увы. В общем, ставьте лайки. И правда, добавилась новая роль. Есть! Отлично! О-хо-хо-хо-хо. Этот город в игре. Ну-ка. Все роли в этом матче. Доктор, детектив, шериф. Экипаж предателя. Окей. Короче, если будет труп, надо... Звать скорее медика, он его оживит. Вы шериф, стоящий на страже правосудия. Так,
Ваш навык позволяет атаковать и устранять засланцев. Но будьте осторожны. Если вы атакуете медленного игрока, вы будете устранены. Кто? Так. Экстренная встреча в смысле? Ну-ка. Что ты хочешь сказать, Данна? Данна Борода. Чё за чушь? О, фиолетовая вентиляция спалился. Хорошо, хорошо. Желтый нехороший. Давайте за фиолетового. Ну ладно, на этот раз поддержу. Но опять-таки, почему? На чем это основывается? Желтый мог убить тебя, это круто. Я шериф. Я шериф! Вообще-то. Так, ну-ка, Гарик. Вообще-то я шериф. Фиолетовый хороший. Ну, опять-таки. Он выпрыгнул из вентиляции, говорят. Нет идей. Я смотрел в админке. Не думаю, что фиолетовый это шериф. Почему? Почему все вообще вычисляют шерифа, когда шериф я? Эй! Вася! Шериф я! И я всех мониторю! Не ты, шериф зеленый! Блин, я бы проголосовал за зеленого на самом деле. Потому что он говорит, типа, я шериф, а шериф только один. И это я в этом матче. Настоящий шериф. Попробуй зеленый. Что, блин? Я доктор. Блин. Вот это тот самый Among Us, когда я могу что-то сказать. Написать, но... Предатель. Еее, пошел вон. Спалился в вентиляции он. Вы заметили, что зеленый притворялся шерифом? Именно. Должно быть, он засланец. Вы следите его и убейте. Именно. Это какое-то обучение уже. Так, оранжевый. Где, где, где? Где зеленый? Зеленый ты где? Изи вин. Я ж говорю, я шериф. Зеленый не может быть. Шериф только один. Так, розовый, розовый нет. Коричневый. Зеленый, зеленый, ты где? Из Джонни. Джонни. Иди сюда, Джонни. Джонни. Так, бирюзовый, оранжевый. Зеленый. Где зеленый? Вася, где зеленый? Зеленый где? Вот ты где. Попался. Еее! Изи вин! Отлично! Может это обучение вообще, может. Но все-таки это было красиво, Вася. Это было очень красиво. Лучший игрок матча. О, спасибо. Спасибо, спасибо. Уже третий лев. Офигеть! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И, в общем-то, всем пока. Пишите комментарии по поводу этой игры. Не знаю, может, с подписчиками поиграю. Всем пока!